Сегодня в Усть-Лабинске проходит краевой турнир по рукопашному бою, посвященный бойцам спецназа МВД России. Спецназ. Что это такое? Это подразделения, покрытые тайной, люди-гиборги. Кто все-таки служит в спецподразделениях? Я хочу быть полезным родине, своим друзьям, своей семье. Спецназ – это элита, это настоящее мужское братство, это школа жизни, и там все по-настоящему.